Почему в этом чудесном гостеприимном городе, в этом зале, сегодня происходит то, чему мы все становимся свидетелями и счастливыми участниками? Почему на этой сцене с таким удовольствием выступают талантливейшие музыканты, звезды? За ней в очереди стоят ведущие самые престижные мировые концертные площадки. Почему все это происходит именно последние 5 лет? Я думаю, ответ для всех нас сколь очевиден, столь и невероятен, если принять во внимание скорость произошедших перемен. Все это потому, что госоркестром Республики Татарстан эти этапные 5 лет руководит музыкант с большой буквы, сильная личность, красивый человек и именинник Александр Сладковский. Я там не имею права.